Всем привет, ребята, с вами Shadow Walker и Ronan Keller, и это Magicka, и мы возвращаемся в прохождение игры Magicka. Музыка. А последний раз мы остановились на короле, но так как мы долго не играли, и у меня теперь новый микрофон, так что начнем, пожалуй, с того момента, где мы, в принципе, и начинается... Глава начиналась. Да, глава начинается. Ну, мы догоним постепенно то, что мы... Пропустили или наоборот не... Ты что делаешь? Просто вспоминаю. Немножко уже подзабыл, что есть что. Что есть что. Так. What the fuck. Прикол, их надо всех было забыть. Стойте, добро пожаловать в Харвиндер. К сожалению, король не сможет даровать вам аудиенцию прямо сегодня. Он послал меня проводить вас в постоянный двор, где вы сможете переночевать. Послал. Я ему сейчас, блядь, пошлю. А, я его не могу ёбнуть. Подожди секундочку. А так, как насчет? Вспоминаем управление. Пиф. Ой, ты чё тип? Ибо нефиг выпендриваться. О, я помню эту рвоту. Пух. Классная штука. Сука. Отходи. А он чё взрывается? Ага. Ну ладно. Так ёбни ею. Все, погнали. Да-да-да, надо поспать. Надо посрать. Так, сейчас наши персонажи будут хапеть. Я не знаю, я не регулировал сейчас громкость игры, но она у меня немножко тихая. Я ее еле слышу. Не, ну ничего страшного. Может, это к худшему было? Почему к худшему? К лучшему. А, к лучшему? Ну, может быть. Так, я тут помню, тут палочка какая-то, или нога какая-то, или что там. Посох. Ты чё его не взял? Прикол, у меня стоял на месте персонаж. Не хотел двигаться. Так. Сейчас. Что-то у меня немножко просетка кадров, я не знаю, в чем прикол. Может быть. Так, вот. Давай мочи этих засранцев. Может, с пистолета попробую? Ой-ой-ой-ой, на меня запрыгнул. Ходи, бомбы! Блин, ты что делаешь? Ох. А ты где? Я не помню возрождение как. А я, походу, немножко помню. Так, что там воскрешение? Это и это. То бишь, лечилка и молния. Нахуй иди. Да. Тут мы уже многое забыли, блин. В этой игре. Чё как делать? Воу-воу-воу, полегче. Всё. А чё там? Как они меня бесят, а? Ход зарабатывания достижения, плохой вкус. Ачивки не дают. Ой. Так, этого надо мочить землей лучше. Так. Раз, два, три. Погнали. О! Жгу на этой земле. Ой-ё. Так, сейчас набегаться. Да. Ну, ёпрасы твои. Слушай, эти тоже мочатся даже обычного ветра. Если их куда-то еще кинуть. Их можно выкинуть за карты. Нет, тут мост мешается, их невозможно так выкинуть. Воу, тебя чё, пукан рванул так? Походу. На пробил. Блин, вот это вот. Отойди. Есть. Так, ща. Опа. Подходи. Наоборот, бы ты бы отошел. Так, мочи. Ну, я не знаю. Мочи оба. А, все уже. Так. О, Влад вампир. Влад не вампир. Да, не вампир. Я помню этого говнюка. Помню. Так,
Надо как-то это попустить, потому что мы уже это слышали. Но походу это не попускается. Ну ладно. А образно же, говоря. И сгорел нахрен. Так. Тут лучше сразу землю кинуть. Пью. Вообще, говно. А, так можно с пистолетика в легкую. Куда я шпарится? Я же какой-то стелсовый маг с пистолетом, такой гангста щит. Тут можно, кстати, залезть в дом. Тут можно его изучить, заперто. В один из домов мы, по-моему, зайдем тогда. Да. О, я помню тут с левой и с правой стороны. Кого мочить будем? Обеих. Обеих? Может, обоих? Ох. Ой. А на чё там ускорение? Чтобы быстро бегать? Там надо собрать. Я не помню чё. Ой, я не то сделал. Я их вылечил. Ой, извиняюсь. Блин, там еще. Сучонок. А-а-а, больно. Стражники вообще обсосы. Нихера. Я? Я? Стражники, которые ходят, вообще обсосы. Вот так. Взорвалось, но не помогло. Да еб... Да. Слушай, они меня уже начинают бесить. Я только... Они? Только-только вспоминаю управление, они меня уже сразу бесят. Так, а ну-ка нахуй бомбы ваши. Блин, я какую-то комбинацию забыл, чтобы сразу этого говнюка увалить. Я тоже не помню. А, стоп, у меня же тогда был автомат. Мы тогда всех мочили автоматом, помнишь? Когда мы получали, когда горели дома, все такое мы защищали. Уйдите от меня, мудаки. Блин, бомбы везде. Итак, что мы будем делать с ними? Мочи, 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 пока я их ветром задерживаю. Ой. Тихо, тихо, тихо. А вон спешка была, молния. Ага. Понял. Я понял. Все, он твой. Все, нахрен пошли отсюда. Так, а этого я... А, опачки. Он в меня вошел. Он мою текстуру зашел. Так, самое время сдохнуть. Угу, ща. Ща ты мне помни. Так, ща я его... Ого, он меня как быстро завалил. Уже? Ага. Так, что там надо было? Лучше... Вот так. Вон посох твой остался, хотя он не нужен тебе уже. Ты же был мертвый. Так, надо его обойти. Он еще и лечится. Это херло. Вот сука. Знаешь, как ты играешься офигенно? Знаешь, у тебя голос как у робота сейчас. Меня сейчас вообще опять убило. Опять? Опять, да. Бомбануло. Знаешь, лучше молнией в цепную реакцию. Чтобы нескольких убить. Отойди. Вот с... Воу, это что сейчас за магия была? Да ты что делаешь? Что меня кусают? Да кто меня замораживает? Все, меня уб... Я живу. Нет, все, убили. Молнию. Ага, все, молодец. Я уже нашел. Надо этого ганда убить.
Ну ёпрасоте. Как же он бесит. Ого, цепная экза пошла. Гад. Вот гад. Да ё. А, почему я такой медленный? Так. Во, 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 во. Только красный. Ё-моё. У меня камушка снется. Сучка. Во-во-во-во, почти, почти, почти. Блин, нет. Нет. Да не меня, ё-моё. Сука, какой бесячий, а. Ага. Этот мудак меня бесит. Давай, 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 давай. Наконец-то. Что там у него от него Боже осталось? Боже мой. Походу от него ничего не осталось. Фух. Эй. Ты что, меня в конец убить решил? Ты можешь начинать следовать. А чё? Это все тофу. Все тофу. Ой, я обожаю тофу. Вообще вкусная вещь. Обожаешь тофу? Угу. Особенно с картофелем фри. В китайской кухне тофу вообще офигенная вещь. Да? Ну да, такая... Ну, типа... лепешечка такая маленькая. Mm-hmm. Круглая. В квадрат. И это, получается, у нас плавленый сыр. Вообще вкусная вещь. Так, это... Ага, водой надо херачить. Псс. Псыкай сюда. Пыш-пыш. Пили-вили. Пили-мау в отель. Пили-вили, блин. Шпили-вили. Вот он, Захавиндир. Свобода или смерть. Ну тут походу один вариант. Мудаки. Тут походу один вариант. Блин. Ёп. Хрена себя не... Во. Хорошая вещь сейчас была. Кто меня заморозил? Ты меня заморозил и убил. Суки. Ай-яй-яй-яй-яй. Уйди от меня, мудак. Да я просто... Вообще все позабыли, как что и быстро убирать. Сука. Да блин, еще и тут ты. Ага, себя наэлектризовал, блин, и подлечил. Отлично. Наконец-то хоть от одного избавились. А вот не надо меня молнией мочить. А ты все на подсчетом. Конечно. Всё. Так, теперь вроде бы сюда или куда там надо было? И дальше надо, там тушить надо опять вроде. И вот нафига ты меня... А нехер по пути стоять. Все вроде бы. Пс. О, хоть за это спасибо, блин. Так, ой-ё. Угу. Эй, сюда, дорога полностью перекрыта, чтобы пройти дальше, придется прибраться через постоялый двор. Я в двор. Двор. Вот, ёпта, бля. Так, я это помню, давай все тут нафиг потушим, потому что я помню эту хрень. Тут будет босс. А нам огонь ни к чему сейчас. Че стоишь? Смотри, как я иду. А че так медленно? А, ну вот. Да, ты там. А вот и он. Он молнией хорошо мочится вроде как. Ну попробуй, если такой... Про... Про Гарри Поттер. Ага, молнией говоришь, да? Ну попробуй давай, его намочить. Ты же сзади его.
Спасибо. Ну, нет. Знаешь, нужно как-то его вроде бы отвлечь. Ладно, давай ты по... Слушай, а почему огонь снова... Так, сучонок. Так, я его намочил. Но, походу, от этого толку нет. Хотя нет, стоп. Почему цепная реакция на тебя идет? Ну, подумаешь, его разорвало на куски. Стой! Я надеваю свою мантию, волшебную шляпу. А чё я стою? Сука. Сука, он меня жрет. Опа! Слушай, они какие-то геи за нами гонятся все время. Ага. Какие-то озабоченные орки. И тебя. Отойди в сторону. Вай-в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 ай. Потуши меня, потуши, блядь! Потуши, я горю! Я горю! Да не горишь ты, а. Все. Вот теперь не горю. Так, все, там ничего нет. Используй заряды, а то они меня бесят. Кого? Ну, на себя используй заклинание. Какое? Лечение. Все. Чего? Все. Что все? Я не понял, что ты хотел и сделать. Забей. Ой, господи. Так. Ну вот мы и тут. Нахер пошел. Так, еще дальше. Сейчас будет, ну, вроде бы еще одна драка, надо будет задерживать этих ребят. Задерживать этих ребят. Контрольная точка. Почему бы с контрольной точки и не начать? Не знаю. А именно с головы начинать. Ну, смотри. Если мы даже и записываем вот так вот редко. Ну это да. Нам приходится весь уровень перепрохать. Ой, ёб твою мать. Отходи лучше. На счет три. Раз, два, три. Ни хрена себе. Это... Знаешь... Возгорание? Это называется возгорание, да. Как ее сделать, вот эту серую? FQ. Погоди, FQ. Охренеть. Но от этого мы слишком медленны, потому что на нас много заклинаний. Охренеть. Одно из самых полезных заклинаний считается. Так. Отойди. А у меня почему-то... FQ. Блять, неправильно. А у меня засчиталось. А вроде бы и так, но... Воу, я горю, Нет, я не горю. F, блять, не то. Ну ладно. Да он сгорел. FQ. Так, вот, возгорание у меня получилось. Я просто FQ сразу сделал, надо было в конце FQ. Вот именно. Да, мы как старики. Скорость как? Так, ну чё? Кстати, оно далеко летит. Только всех убьет, окей? Ну давай. Опа. Всех. А, чё-то не очень-то убивает. Ну ладно. Слушай, им на ветер как-то по барабану. Ладно, ты там мочи, я там побегаю. Ага. Сучонок. FQ. Слушай, как ты по барабану. Что я ему возгорание сделал? А, стоп, у нас же есть ливень, хотя это очень серьезная фигня. Отмена. Вылет на рабочий стол. А он живой. Чего? Ну,
Блин, да почему? Во-во-во-во-во-во. Вот меня чуть не убил опять. И, ну извини. Цепная молния сама так делает. Так, это вроде бы... Это же вроде бы сохранёнка. О. О, сейчас мы на короля пойдем. Так что не кони, сломаем, так подорвем. Давай всех тут сломаем. Давай тут всех убьем нахрен. Как ты обычно это делал. Ага. Давай возгорание делай. FFQ. Ой, я не то, ну ладно. FFQ. Бля, я не то. Я забыл, что надо на пробил нажать. FFQ. Гори дотла, уёбик. FFQ. Побегись. Ты меня зажарил. Это же хорошо. FFQ. Оп! Слушай, на локов это вообще не действует практически. На всех. FFQ. О! Ой, я не туда. Какой вкус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Меня вышибли из карты. И меня убили. Бля. Воскрешайся. Быстро. Чё так быстро? Я не успел ничего сделать. Чё так быстро-то? Меня бомбой убило. Капец. Бля, я не туда. FFQ. Опять я ничего не могу сделать. Ой, я за карту улетел. Слушай, ты что так быстро вздыхаешь, чуть не пойму. А я почему-то выхилиться не успеваю. Так, блять, я не туда. FFQ. Оп! Ну вот, спасибо, опять. Я все равно тебя воскрешу. Да, ты мне так надоел уже. Честно хочу сказать. FFQ. Хоп! Нет, не на всю карту действует. Не да, дотяни... не на всю. Блять, я не туда. Бомба. Да еб... Да блять! Я чё, сдох? Я сдох. Ова. Ура! О! Меня-то чуть не убило. Ща, сек. FQ, блять, я не... Я путаю. FQ. Хоп! FQ. Блять, только не он. Да побежали просто вот сюда. А вдруг с него что-то выпадет, чтобы мы следующего босса хорошо убили? Ой, я помню, как мы тут запаривались. Чё тут делать? Мы сначала не поняли, что надо машину мочить. Точнее, этого орка тупого. Нужно его сделать так, чтобы его пердак горел. Тогда он полетит нахрен оттуда. Ибо я машина. Дерманин. Машина. Офигенное название босса. Так, ну чё, щит, ты помнишь, как делается? Закрывай меня, а я этого говнюка попытаюсь вытеснить. Так, вот. Вот так, защищай меня. Так. Блин, как его сейчас пердак разорвет. Смотри, как их бомбит. Так, уже почти все. Эй, все. И через тебя. Жми шустрее. А вот как их убивать, я не знаю. Эх, видно, придется опять все делать самому. Вопрос, как их убить? Ко мне поближе. Окей. И? И? Вот поближе мы как раз и сдохнем. Так, пока этот говнюк тут, я могу немножко поубивать. Нет, лучше эской. Эска.
Блять, я сам сейчас так сдохну, эскай. Блин, ну слушай, он нас тут обоих убьет. Да, выйди. Ой, ё-моё. Один хилит, другой чернокнижник, другой огнем пуляется и водой. Чё тут вообще делать? Бля, сейчас убьют. Ой, блин, я их наоборот хилю. Слушай, их походу вообще долго мочить надо. Знаешь, что сделать? Их нужно дэшкой. Тупо дэшкой. И, стоп, возгорание, возгорание. Эфку, эфф... Блин, пока я эффку делал, они меня убили. Сукин. Я понял, как их убить. Так. Вот, я под щитом. Эфку, эффку, эфку. Блять, это не то. Еще раз попробуем. Эфку, эффку, эффку. Давай. Во. Но они суки да хилятся. Надо еще раз попробовать. Так, подсчитываем. Эфку, эффку, эффку. Хоп. Во-во-во-во. Эфку. Блять. Эфку. Блять. Смотри. Сложно. Эфку, эффку, эффку. Щит на себя быстро. Эф. Я под щитом. Угу. Так, один еле сдохший. Они снова заждаются. Это что за бред? Эф. Надо главно убить. Вот этого? Да. Хорошо, попробуем. Так, FQ, FFQ, FFQ. За дело вроде бы, но он, сука, лечится за счет других. Так, я попробую этим заклинанием сейчас херачить. Блин. Этот сволота мне мешает мне заклинание делать. Упс. Меня убили. Я видел. Лечись, лечись, лечись. Эф. Они жесткий босс какой-то. Они что-то почему-то еще и друг друга мочат. Так, опять ты мертв? Ё-моё. Я тебе только... Я только поднимаю... Щит на себя сразу же. А я пытаюсь щит, я не успеваю, они пробивают его тут же. Так, эфку, эффку, эффку. Эфку, эффку, эффку. Ай, нет, меня убили. Быстрее, возади, возади, возади. Лечись, 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 лечись. Блин! Опять. Лечись, 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 лечись. Блин, не то, не то, не то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какие же засранцы. Как так? Они меня быстро вообще убивают. Этот херло лечится. Охренеть. Ну, зайди. Поздно. Не могу. На мне вода висела, меня убила водой. Ладно, давай тогда до следующей серии. Давай, до следующей серии. Когда мы будем уже в момент того, когда ему уже... Че я сказал? Виталий, кличку его твою мать. В общем, когда мы будем его убивать, тогда мы включим запись и продолжим... Попробуем снова его убить, да. Да, и продолжим серию. С вами был Шутволкер Ронан Келлер, это была Мэджика. Всем пока и удачи. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте. Да, ставьте. И ВКонтакте надо тоже подписаться. Ладно, всем пока и удачи. Пока и удачи всем.